почему на одном из главных символов Украины должен быть герб не Украины, а страны, которой давно нету, это вообще совершенно непонятно. Да? Конечно, он должен быть заменен. Да? Вот. Но для них, а сколько они живут в мире символов, в мире пиара, в мире телевизора там, и так далее, то для них символические жесты важнее, чем для нормальных людей. Да? Вот. И они правильно чувствуют, что это конец империи. Да, вот конец империи, да, такая символическая точка, которую, конечно, надо поставить. И меня поражает, на самом деле, что герб Советского Союза так долго находился на этом монументе. Удивительно совершенно. Вот. Сколько уже? Четвертый десяток лет пошел, как нет Советского Союза, а эта штука до сих пор стояла. Да?